Всем огромный привет! Буквально вчера под моим видео о минусах жизни в США кто-то оставил комментарий, ну если столько негативных моментов, ну что же вас там держит, почему вы продолжаете жить в Америке? И как раз видео, которое записываю сегодня, было в процессе подготовки видео о плюсах, о положительных моментах жизни в Америке. Я надеюсь, что это видео станет ответом для данного человека, который оставил комментарий, и для всех остальных, которые задаются тем же самым вопросом. Что же нам, иммигрантам, нравится здесь в Штатах? И я хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне в создании этого видео, потому что иногда бывает провалы с памятью. Я задала вопрос на одном из форумов, участницами которого являются девушки, иммигрантки из России, бывшего Советского Союза. Они живут по всей Америке. То есть это не только мое мнение, это мнение многих других, потому что получилось довольно-таки бурное обсуждение. Я выделила несколько основных моментов, и просто чтобы не затягивать видео, я все не буду перечислять. И сейчас быстренько к нему переходим. Итак, начнем с самого первого, с того, что нас окружают ежедневно, хотим мы того или нет, по несколько раз в день. Это всем известное американское приветствие, куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни столкнулись, будь то кассир в магазине, либо парикмахер, либо коллега по работе, обязательно вы начинаете с «Hi, how are you?», «I'm fine, how are you doing?». Само собой, что ни вам, ни этому другому человеку абсолютно нет никакого дела до того, а как на самом деле вы поживаете. Но это американский менталитет, это стиль жизни, культура, воспитание, называйте это как хотите. И как раз таки, если вы не будете придерживаться этих стандартных простецких фраз, то это могут посчитать уже не культурно. И почему это плюс? Потому что пусть это примитив, пусть это называют не настоящей фальшивой американской улыбкой, но гораздо приятнее жить в том обществе, где общение с людьми начинается именно с такой простой стандартной фразы, причем у меня зачастую она вызывает на лице легкую улыбку, когда я произношу эти три заветных слова. Так вот, гораздо приятнее жить в таком обществе, нежели в том, когда вы приходите куда-либо в общественное место, где вас должны обслужить, будь то будет почта, госорган, магазин или так далее, и на вас смотрят угрюмо, иногда даже зло, иногда с вами вас обслуживают так, как будто бы делают вам большое одолжение. Так что это первый плюс, натянутая американская улыбка, как многие называют. Следующий плюс – это инвалиды, жизнь инвалидов в Америке. На эту тему можно говорить очень долго, постараюсь уложить буквально в несколько секунд. Для инвалидов здесь делается очень много и сделано много для того, чтобы когда они вне дома, где-то на улице, либо в общественном месте, они чувствовали себя по минимуму, обделенными по минимуму людьми с ограниченными способностями. Так, абсолютно на каждой парковке есть места для инвалидов. Пусть это будет самая маленькая парковка, на ней будет одно место для инвалидов, но вообще их обычно очень много. К примеру, если здание одноэтажное, здание, которому прилагается эта парковка, и нет лестницы, ведущей в здание, то есть оно прям стоит на земле, то на парковке стоят перед парковкой такие, как шлагбаумы. Я сейчас видео вставлю, вы увидите. Не шлагбаумы, а куски бордюра. Вот в том месте, где парковочное место для инвалидов, этих бордюров нет, то есть человек может спокойно на инвалидном кресле подъехать к зданию. Если в здание нужно подниматься по лестнице, то обязательно будет такой специальный как подъем для тех, кто находится в инвалидном кресле. Пусть это будет даже самое маленькое здание, так я знаю несколько юристов, у которых свои домики, которые они покупали, частный дом, делали под бизнес, и даже у них построен, видно, отдельно был построен вот этот въезд. В некоторых местах, допустим, как торговый центр, я видела неоднократно, если дверь не автоматическая, входная дверь здания, то обязательно будет кнопка перед входом в здание, либо внутри здания для тех, кто выходит, кнопка для инвалида, то есть прям нарисованное инвалидное кресло, которое находится на уровне человека сидящего, и он нажимает на кнопку, дверь открывается, он спокойно въезжает на своем инвалидном кресле туда. Очень много автомобилей, которые оборудованы для инвалидов. К примеру, у вас есть инвалидное кресло, которое нужно сложить. Вы знаете, как перевозят велосипеды, их цепляют сзади автомобиля. Вот точно так же можно прицепить инвалидное кресло, либо есть специальное оборудование, оборудованные минивены, в которые прям кресло в раскладном состоянии с человеком на этом кресле закатывается в автомобиль. Также, если вам тяжело передвигаться, если вам тяжело долго ходить на своих двух, то в
практически во всех, по-моему, супермаркетах, да, крупных супермаркетах есть специальные тележки. То есть это сиденье такое, оно электрическое, вы на него садитесь, и перед вами тележка, в которую вы будете складывать ваши продукты. И вы на этой тележке, как ее назвать, машинке, передвигаетесь по магазину. Также специально сфотографировала в Walmart, в супермаркете, написано, что если вы инвалид, если вам нужна помощь наших сотрудников, то, пожалуйста, не стесняйтесь подойти. Если вам нужна помощь, чтобы вам шли и в вашу тележку с полок доставали продукт, ну, допустим, с верхней полки, если вы не можете встать, то есть вы можете спокойно попросить работника магазина, чтобы вам помогли, и вас потом доведут до кассы, еще на кассе тележки все вынут на кассу, потом сложат пакеты обратно в вашу тележку и отправят уже к вашему автомобилю. Если вам нужна помощь в магазине, также написано заполнить какие-то бумаги, тоже попросите наших сотрудников, вам помогут. То есть к инвалидам здесь относятся абсолютно точно так же, как к обычным людям, только с большей заботой. Их принимают абсолютно в любом общественном месте, в любом ресторане, их принимают в спортзале, им везде помогают. Так, следующий момент, который может вытекать из предыдущего, это благотворительность, которая очень развита в этой стране. Зачастую можно прийти в магазин и вас спросят, не хотите ли пожертвовать на какой-нибудь детский госпиталь, либо для, не знаю, там, людей, болеющих раком, либо для женщин, у которых рак груди. Ну, в общем, болезней очень много, и пожертвований тоже можно делать очень много. Поэтому, придя в магазин, если вас на кассе об этом спросят, вы можете сказать, да, я там доллар, два, пять пожертвую. При этом, пусть это будет даже доллар, но ваше имя напишут на специальной бумажке и наклеют на стену. Эта стена обычно находится либо за кассирами, либо перед кассирами. То есть будет написано, что вы пожертвовали. Причем не указывается сумма, которую вы пожертвовали, и вас никто не осудит, если вы откажетесь. Также есть огромное количество людей, состоятельных людей, которые жертвуют свои личные деньги на благотворительность. Так у меня есть знакомые, как-то они стали миллионерами, я как-нибудь о них позже буду рассказывать. И они купили специальный частный самолет, и на этом самолете они отправляют людей в критическом состоянии, которым вам нужна, допустим, срочная операция, отправляют в Хьюстон и, кажется, в Атланту, потому что оба города находятся в 5-6 часах езды от нас. Вот на такие длинные расстояния они предоставляют свой частный самолет. Также есть несколько сайтов в интернете, на которых размещено огромное-огромное количество историй. Кто-то размещает историю о том, что он болен, ему нужна операция, и ему нужна определенная сумма денег. Кто-то размещает историю о своем домашнем животном, что ему нужна операция. Кто-то делится тем, что, допустим, случился пожар в доме, они потеряли все, им нужна там определенная сумма денег, чтобы хоть как-то встать на ноги. И они пишут ту сумму, которую им необходимо. И также вы можете видеть специальное графа, полоска, которая показывает, сколько уже собрано, сколько еще осталось, чтобы достичь эту сумму. Тоже я под этим видео оставлю пару ссылок на эти сайты, можете почитать. Кстати, как-то даже видела пару историй из России и Украины на этих сайтах. Так, следующая религия. Религия, почему это важно для меня, потому что сейчас объясню. Здесь, в Америке, вас будут уважать и принимать, независимо от того, какое у вас вероисповедание. Американцы вообще очень религиозны, здесь огромное количество церквей, которые, образно говоря, расположены на каждом шагу. Их действительно очень много. Иногда, проехав 1 километр, вы увидите 3-4 церкви, причем они могут выглядеть просто как обыкновенное здание. Ну, в общем, какой бы религии вы ни были, вас примут в любой церкви. Так, я хожу в греческую православную церковь, и у нас есть католики. Я знаю грека, который ходит, наоборот, в католическую церковь. И вот эти люди, которые ходят, прихожане в церковь, они себя считают, оппозиционируют как одной большой семьей. Поэтому, когда вы приходите в церковь, вас принимают как нового члена семьи. Кстати, здесь нет... здесь нет специальных правил о внешнем виде. Если в России, я помню, всегда надо было приходить в юбке ниже колена и с покрытой головой, то здесь этого нет. Здесь по воскресеньям проводятся службы, и многие американцы идут на них как на праздник. Ходят всей семьей, ходят и дети, и подростки. Так, допустим, для моей Франчески, которой 15 лет, очень важно, чтобы ее молодой человек тоже ходил в церковь.
И насчет внешнего вида, как я уже сказала, люди одеваются как хотят. Конечно, не надо там злоупотреблять мини-юбками, но тем не менее плечи здесь не обязательно покрывать, голову тоже не обязательно покрывать. Но наши женщины это делают. Так, например, я помню, пришла в Россию как-то в церковь, я была в джинсах, и была зима, но не носила я юбки зимой, поэтому я пришла в джинсах, в куртке, и я не взяла косынку, забыла, поэтому я одела капюшон. И спрашиваю служительницу церкви, ничего страшного, если я буду в капюшоне. Она на меня так критично посмотрела и сказала, ты бы лучше на свои джинсы посмотрела. Ну, так, знаете, было неприятно, я пришла в церковь, я пришла не с тобой общаться, а с Богом, и я думаю, Богу абсолютно все равно, в чем я одета, когда я прихожу в это священное здание. И неприятный момент случился с моей бабушкой, она была католичкой, и, само собой, ее родители были католики. У нас в Краснодаре нет католической церкви, поэтому она всю жизнь ходила в православную, и вот уже на закате ее жизни она пришла, то есть ей было уже лет 70, да, она пришла в церковь и написала имена усопших, за которые хотела бы, чтобы в церкви помолились. И когда служительница прочитала имена, увидела имя Ядвига, это имя матери моей бабушки, она мою бабушку обругала, что как вы вообще можете просить нас молиться за католика, во что, совести нет. То есть представьте, 70-летняя пожилая больная женщина пришла в церковь, и ее вот так вот обругали. Но я считаю, что это... это неправильно, но это мое личное мнение. Следующее, за что я люблю Америку, это рай для таких людей, как я. Здесь можно найти огромное количество дешевых вещей. Здесь проводится огромное количество акций в магазинах, скидок. Не только в тех магазинах, как скажем, бутики назовем их, у них постоянно проводятся какие-то акции. Но здесь также есть магазины, как я недавно показывала, TJ Maxx, Ross Marshall, огромные сети по всей Америке, куда стекаются вещи из разных магазинов. Одежда, игрушки, мебель, сумки, обувь, ну, в общем, все-все-все. Да, даже есть продукты из Европы, там, чипсы, мед, ну, в общем, много всего-всего. И как раз я снимала видео на днях, пару недель назад, реальные цены на американские вещи, где я была вот в одном из магазинов TJ Maxx, и как раз, вот смотрите, в них продаются вещи на 40-50% дешевле той цены, которая указана на ценнике. То есть на 40-50% дешевле первоначальной цены. Плюс в этих же магазинах бывают свои скидки на нераспроданный товар, и потом бывают еще дополнительные скидки. Ну и как раз вот я видео снимала в момент дополнительных скидок, там на желтых ценниках. Но когда я туда пришла еще через пару дней, чтобы что-то вернуть, я попала ну просто на бум скидок. Такое случается раз, максимум два раза в году, именно в сети этих магазинов, когда все распродавалось, ну вот летняя коллекция, за $3-5. И я на $26 набрала 8, по-моему, наименований, что-то в этом духе, 8 или 7. Представьте, все новые брендовые вещи, сейчас я кое-что покажу. Ну вот, шорты Ralph Lauren, фирма довольно-таки известная в Америке, очень ходовая, ну и цены у них неплохие. Ну и вот, когда-то они были 64,5, в этом магазине их продавали за 25, и я их взяла по итоговой цене за $3, представьте, какая экономия. Далее, майка, такой же марки Ralph Lauren. Когда-то она была чуть более $30, и я ее взяла за $3. Ну и следующее, вот сейчас готовьтесь, те, кто живет в Штатах, босоножки Coach, очень известная фирма в этой стране, дорогая фирма. Эти босоножки прошлый сезон, честно говорю, потому что даже написано на ценнике. Ну, в общем, когда-то они были 180, в TJ Maxx их продавали за 100, и я их взяла за $5. Ребята, это из области фантастики, поверьте мне, босоножки Coach за $5 в отличном состоянии. Также есть другие сети магазинов, я тоже о них уже как-то рассказывала, Dirty Cheap, где можно взять вещи в пределах $5, то есть я покупаю детские новые брендовые вещи по $1. Ну и следующий пункт, который вытекает из этого, это возврат товаров. Система возврата товаров, она не такая, как в России. Если в России у вас есть всего 2 недели для возврата товаров, то здесь у вас может срок возврата достигать до 6 месяцев. Вернуть можно практически все, ну, по-моему, не считая лекарств, может быть, некоторые косметики, хотя косметику, знаю, тоже возвращают, причем мои знакомые, моя знакомая женщина как-то купила то ли Lancome, то ли Estée Lauder, то ли Clinique, одна из этих трех фирм, крем для лица,
Она им пользовалась, но у нее начались высыпания. Она никак не могла понять, от чего эти высыпания на лице, пока не допетрила, что это было от крема. И спустя где-то 3-4 месяца она пришла в магазин уже с полуиспользованной баночкой для того, чтобы даже не вернуть, а просто сказать им, что девочки, вот может быть хотите знать, если кто-то еще будет жаловаться, что у меня высыпание от этого крема. У нее его забрали, при том, что у нее даже чека не было, вернули деньги и еще 10 раз извинились за то, что вот этот крем доставил ей такие неприятности, представьте. Возвращать можно, купили вы телевизор, он вам не понравился, через месяц его пошли и вернули, открытая коробка, никто вам ничего не скажет, да, там проверит на наличие царапин. Единственное, что вас могут спросить, что вас не устроило, вы можете сказать, он просто не подошел по интерьеру, все. Когда я первый раз возвращала товар, вообще, когда я приехала в Америку, для меня это было дико. Я не понимала, как люди могут возвращать товары. Но когда я пришла возвращать свой первый товар, мне было настолько неудобно перед продавцом, я вся краснела, я 10 раз извинилась, но при этом для него это абсолютно нормально, так как это все здесь в порядке вещей. Следующее. Здесь нет возрастных ограничений по учебе в колледже, в высшем учебном заведении, либо ограничений, когда нужно выйти замуж и родить детей. Значит, начнем с учебы. Очень часто дети, которые заканчивают школу, high school, они не идут учиться, а идут сразу работать, ну, по разным причинам личного характера, и начинают они учиться в колледже только, там, скажем, лет в 25-26, это абсолютно нормально. Также очень часто люди получают образование, проработают несколько лет, потом понимают, что хотят заниматься чем-то другим, и идут в колледж в 30, в 35, в 40, в 45. Здесь на вас никто никогда не покажет пальцем, потому что это абсолютно нормально. То же самое касается нас, иммигрантов. Мальчики, девочки, неважно какого вы пола, вы приезжаете сюда, и очень многие начинают учиться, переучиваться, получать образование местное. Кстати, знаю одного стоматолога, Лена у нас есть, она приехала много лет назад, она была уже стоматолог у себя на родине, на Украине. Здесь можно было бы перевести ее диплом, можно было бы взять часы, классы доучиться, но она сказала, что было гораздо проще заново пойти в колледж, выучиться здесь на стоматолога, что она и сделала, и прекрасный у нее процветающий бизнес. Что касается брака и детей, здесь нет вот этого возрастного барьера, что, не знаю, там до 25 лет ты должна выйти замуж, родить ребенка. Нет, здесь вообще очень часто люди просто живут долгое время вместе и не женятся. У них могут родиться дети, и только когда там ребенку будет 2 года, 5 лет, они могут пожениться. То есть, если вы видите пару, которая женится в 35 лет, это абсолютно нормально. 39 лет абсолютно нормально, тоже никто не будет показывать на нее пальцем, говорит, о, она старая дева, и только сейчас она выходит замуж. Нет, этого нет. То же самое касается детей, никто вас не будет доставать этим вопросом. Ну когда же вы будете уже детей рожать? Ну когда? Время идет. До 30 надо родить, потом тяжелее. Нет, здесь до 30, до 35 женщины делают карьеру и потом уже рожают детей. Следующий пункт — это минимум хамства в сфере обслуживания и уважения любой профессии. Это я вам говорю как бывший хаускипер, который чуть больше года проработал в отеле, 3 года я работала сама на себя, убирала частные дома, и я никогда не увидела на себе каких-то взглядов с насмешками, я не услышала в свой адрес никаких колких шуточек. Меня уважали, меня принимали, меня представляли гостям, родственникам, меня и мою семью приглашали на различные мероприятия, не только дни рождения моих клиентов, которые впоследствии стали друзьями, но и также на просто общественные мероприятия, которые были посвящены благотворительности, либо еще чему-либо. До сих пор я общаюсь с этими людьми, до сих пор я с ними со всеми в хороших отношениях, и я также общаюсь с... Я знала тех людей, которые занимались точно такой же работой, как и я. Здесь девушка одна была, то же самое она может сказать про себя, в прекрасных отношениях с бывшими клиентами. Я знаю тех, кто работал в сфере обслуживания как официанты. Да, конечно, где-то есть те, кто унижают нас, унижают официантов, унижают хаускиперов, но в основной массе нет, здесь нас, людей в сфере обслуживания, уважают за, просто за то, что мы работаем, за то, что мы стремимся к чему-то. Потому что, ну, никогда не знаешь, кем этот официант будет через 5 лет. Может быть, вы с ним будете на одной ступени, на одном уровне в жизни. Поэтому, что главное? Главное здесь так это то, что вы работаете и к чему-то стремитесь, а не просто сидите на шее государства, как делают довольно-таки многие.
Поэтому абсолютно зазорного ничего нет, когда вы приезжаете в Америку и начинаете именно с этого уровня. Обслуживающий персонал. Как я уже сказала, здесь вас будут за это уважать. Следующее, это полиция. Вы никогда не увидите полицейского, который прячется в кустах для того, чтобы вас поймать. Нет, очень часто заблаговременно можно увидеть их машину, которая стоит на хайвее, фривее. Поэтому у вас есть время сбавить скорость, так как там нарушают практически все. То же самое, абсолютно нормально увидеть полицейского, который помогает кому-то менять колесо. Либо пытается что-то там посмотреть в капоте, починить, если это в его силах. А что касается полиции в черте города, то случилась авария, но мы живем в маленьком городке. В течение максимум 15 минут, а то и 10, подъедет полиция, скорая и пожарная машина. И в течение максимум полутора часов, даже меньше, час, все это будет уже разобрано. Кому надо, тут на скорую едет, пожарная машина уедет, и машины будут уже увезены куда надо. Мы как-то ехали с подругой, авария случилась буквально за 5 минут до нас. Мы возвращались через полчаса, уже никого не было, и было возобновлено нормальное движение автомобилей. То есть здесь это, конечно, очень быстро. Чего, правда, не скажешь о большом городе, расскажу в видео в другом, как мы попали в аварию в Новом Орлеане. Следующее, это для многих это важно, чистота и доступность общественных туалетов. Туалеты есть абсолютно везде. Здесь нет такого, что вы не можете зайти в это здание, в этот магазин, чтобы воспользоваться туалетом. Вы можете воспользоваться любым общественным туалетом. Да, в некоторых случаях может висеть табличка, что нет общественного туалета, но в основном они всегда есть, они всегда доступны, они всегда чистые, и даже если это где-то на пляже, как-то биологические кабинки они называются, да, они всегда бесплатные. Здесь нет платных общественных туалетов. По крайней мере, я не встречала. Может быть, в Нью-Йорке они где-то есть. Следующий пункт – это жизнь пожилых людей. Очень-очень большое количество пенсионеров наслаждаются своей жизнью. У них есть возможность путешествовать. Очень часто можно увидеть пожилого мужчину и женщину, муж и жена, за баранкой их автомобиля, которые едут на другой конец страны, просто потому что им захотелось посмотреть, не знаю, Гранд Каньон, либо Нью-Йорк, либо Ниагарский водопад. У меня самой есть знакомые, которым за 70, они ездили на Ниагарский водопад в прошлом году, при том, что за год до этого женщина 6 месяцев провела в больнице. Также женщины всегда, опять-таки, очень часто выглядят просто на ура, в большинстве случаев. Причесочка, укладочка, макияж, выглядит нас с иголочки, то есть, может быть, легкий пиджачок, брючки со стрелочками наглаженные. Опять-таки, у меня знакомые, на которых я работала, им уже за 70, а она говорит, я не могу выйти на улицу без тонального крема на лице. Хотя она что с тональным кремом, что без тонального, выглядит одинаково. Красная помада, маникюр, педикюр, это само собой даже не обговаривается. Они ходят в общественные места, они встречаются с друзьями, родственниками, ходят в рестораны, они ходят в казино, в спортзал, кафе, они занимаются танцами, рисованием. Одна моя знакомая 2 раза в неделю встречается с подружками, они играют, по-моему, покер, карточная игра, да, кажется, покер. У нее дома книжки лежат по этому покеру, то есть в 70 там, с чем-то лет она увлекается этим, она читает, она хочет улучшить свою игру. Она мне рассказывает, как она ходит по казино, какие интересные случаи там случаются. В общем, действительно, они наслаждаются, пенсионеры, здесь жизнью, но опять, как я уже сказала, не все. И на это приятно смотреть. Приятно смотреть, когда они красиво выглядят, женщины. И почему здесь так же легко путешествовать? Потому что здесь есть доступность к заправкам, есть доступность к отелям. Через каждый километров максимум 50 есть заправочная станция, а рядом отель, в котором вы можете остановиться на ночь. Также огромное количество заведений, где вы можете покушать дешево. То есть не нужно об этом заморачиваться, не нужно с собой там в термосе, в холодильнике что-то везти. И у меня были знакомые, когда проходили зимние Олимпийские игры, кажется, в общем, в 2013 году, это было в 2013 году, у моих знакомых есть племянница-инвалид. И она в американской команде по плаванию. И вот в Казани проводились, в России, в Казани соревнования по этому виду спорта. Как раз тогда только все это построили, все инфраструктуры, и она с командой ехала туда. И ее родители хотели тоже поехать. И меня ж моя знакомая спрашивает, насколько в России доступны отели, там, питание, насколько это все дешево. Я сказала, что это было все очень дорого, и что там нет вот именно такого легкого доступа к отелям, к
фастфуду, давайте скажем так. Ну, в общем, когда родители этой девочки посчитали, во сколько им бы обошлось это путешествие, плюс билеты, то вышла просто астрономическая сумма, и они оставили эту затею, хотя я им заранее говорила, что лучше, если они даже не будут пытаться туда ехать. Ну, в общем, все, закругляюсь, у меня батарея уже почти села. Если есть какие-то дополнения и вопросы, то пишите в комментариях, будем обсуждать. Все, всем пока, всего хорошего!